Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, своего рода ориентирах для фундаменталистов, помогающих принимать инвестиционные решения. Сегодня на рынке очередной значимый день, прежде всего для тех, кто спекулирует нефтянкой, потому что сегодня старт двухдневного заседания ближневосточного картеля участников энергетического пакта, то есть организации ОПЕК+, в расширенном составе. Заседание очень важное, заседание, которое было чуть ли не основным ориентиром в плане фундамента для трейдеров в последние несколько месяцев, потому что это заседание, которое должно помочь решить проблему перепроизводства углеводородов в мире, и заседание, которое так вот совпало это либо случайность или не случайность, но оно накладывается на IPO саудовской компании Saudi Aramco. Оно, в принципе, состоится уже вот-вот. Предполагаемая оценочная стоимость нефтяного гиганта может составить, друзья, 1,7 триллиона долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. Если спроецировать будущую капитализацию Saudi Aramco на реальные рыночные цены, то станет ясно и понятно, что каждый доллар, который сейчас заложен в WTI, в Brent, это доллар, который позволит Saudi Aramco выйти на какие-то новые уровни, желаемые ориентиры по капитализации. Поэтому вы должны понимать, что чем лучше сейчас на площадках сложатся цены, тем, конечно же, это размещение будет выгодным. А поскольку у Саудовской Аравии есть масса инструментов для манипуляции котировками, конечно же, этот регион, эта страна не допустит, чтобы IPO прошло по плохим ценам. Опять же, друзья, вчера вы все прекрасно видели, рынок нефти очень неплохо роллировал, котировки 62.87 сейчас мы наблюдаем, локальный максимум был там выше 63.50, чуть-чуть мы откатили. Сегодня мы ждем непосредственно решения, комментарии. Возможно, допущу, что решения будут, наверное, озвучены все-таки в пятницу, но тем не менее какие-то комментарии обязательно последуют. В 12.00 по московскому времени начнется это заседание, на повестке обсуждения продления действия пакта и возможное сокращение. Благодаря комментариям министра нефти Ирака мы знаем то, что страны могут обсудить сокращение дополнительно на 400 тысяч баррелей. Это, конечно же, то, что точно создаст условия для роста котировок нефти. Что касается других ориентиров, прочего фона, сейчас он совершенно, друзья, не важен. Я предлагаю сфокусировать свое внимание, если нефтянка – это актив, который является частью вашего торгового портфеля, сфокусировать внимание только лишь на фоне, связанном с заседанием ОПЕК. Ожидания, понятно, бычьи. Повторюсь, друзья, что в идеале бы нам до конца этой недели добраться до 65 долларов за баррель и удачно протестировать этот уровень и оказаться выше. Поскольку вчера, за день до начала заседания, цены, в принципе, уже практически добрались до 64, на таком важном событии сделать несколько процентов – это вообще расплюнуть для котировок нефти. Что касается другого фона, который занимает сейчас внимание трейдеров, это снова всплеск оптимизма благодаря Bloomberg, который распространил информацию о том, что якобы США и Китай снова близки к подписанию торгового соглашения. Но не знаю, друзья, как реагировать на такого рода комментарии. Они лично мне уже надоели. То есть перетягивание каната с оптимистичных настроений к пессимистичным и наоборот, оно продолжается уже на протяжении всего 2019 года. Я, пожалуй, все-таки пока буду фильтровать вот этот вот позитив и сфокусируюсь на том, что было более показательным для меня в плане текущей фазы отношений. Это комментарии непосредственно Трампа о том, что, скорее всего, до периода завершения президентских выборов соглашения не будет. Это заявление его о том, что он по-прежнему
по-прежнему полон намерений повысить пошлины на китайский импорт стоимостью в 160 миллиардов 15 декабря, если Китай не найдет способов, чтобы избежать это повышение. Но вот по вчерашнему дню я точно могу сказать, что не дал пока Китай этих поводов. Никаких инициатив в плане увеличения закупки сельхозпродукции высказано не было. Поэтому также, возвращаясь еще к позиции жесткой защиты национальных производителей, Трампом напоминают, что решение о повышении пошлин на металлы для Латинской Америки и очередной выпад в сторону Европейского Союза о том, что также эти ограничения и барьеры ждут и ЕС. Вот этот как раз фон позволяет мне, друзья, говорить о том, что настроение в целом тотально сейчас негативное, поэтому несмотря на всплеск интереса в ходе вчерашней торговой сессии к риску, на откат фондовых индексов, я думаю, что это лишь временное явление, можно фокусироваться на прежнем негативе, поэтому говоря про индексы S&P, NASDAQ, Dow Jones, то есть вся секция американского фондового рынка, здесь я исключительно настроен на снижение, по европейским рынкам также. И считаю, что весь декабрь в целом тотально будет проходить в красных тонах. Доллар-иена 108.77, повторяюсь, что здесь просто на защиту будет доминировать, это причина снижения доллара-иены, и плюс ко всему у нас еще и обновленная статистика, накануне вышли данные по ADP. Крайне скудный отчет, друзья, по АСМ в сфере услуг такая же басня на самом деле. Получается, что промышленность снижает сферу услуг, да и рынок труда также уже не тянет экономику. Мы, скорее всего, завтра, когда выйдут данные по Non-Farm Payrolls, получим еще одну причину говорить о фундаментальной слабости американской экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане того, как это может повлиять на действие Федрезерва. Вот по этой причине, друзья, я рекомендую вам, если вы не открывали и не задумывались о том, что доллар можно продать против иены, все-таки сделать это. Золото держится на локально высоких уровнях 1477. Это еще одно доказательство того, что трейдеры, для которых имеет очень большое влияние новостной внешний фон и, соответственно, глобальные риски, эти трейдеры сейчас не выходят из защиты. То есть золото, скорее всего, будет и дальше расти. Вот на это я вас как раз ориентирую. Евро против доллара 1.10.83 в 13.00 темп экономического роста. Важный отчет, потому что это отчет за несколько дней до выступления Кристин Лагард. На следующей неделе мы будем ждать подробности по монетарной политике. Поэтому короткие позиции к продажам мы вернемся вот как раз только лишь на следующей пятидневке. Пока что евро и фунт, как мы можем легко заметить, сейчас отыгрывают слабости доллара для укрепления, используют это для укрепления собственных позиций. По фунту 1.3112, друзья, честно говоря, тут по британцу я немного трухнул в плане роста, поэтому из длинных позиций вышел. Я допускаю то, что рост британской валюты может быть продолжен и дальше, потому что сейчас, судя по последним данным, поддержка консерваторов крепчает. До парламентских выборов остается несколько дней, следующий четверг, собственно, они уже пройдут, и до четверга пара фунт-доллар действительно может выйти на новые максимумы. Также, как я уже отметил, плюсом для динамики фунта является также еще и ослабление доллара. Доллар-канадец 1.3180. Не оправдались наши ожидания в плане роста пары по факту решения процентной ставки. Ставку оставили на прежнем уровне 1.75%. Комментарии, ну, в принципе, неоднозначные тоже. Есть признанный факт угрозы в виде торговой напряженности, однако глобальные перспективы, по мнению канадского регулятора, улучшились. Решения по ставке пока что склоняются в пользу того, чтобы ее не снижать, но все зависит от публикуемой статистики и последующих макроэкономических данных, которые, кстати, на этой неделе будут еще представлены уже завтра данные по рынку труда. Я думаю, что если и после выхода данных по рынку труда мы поймем то, что настроение трейдеров в плане ожидания смягчения политики не изменились в сторону поддержки этой идеи, то тогда, наверное, придется отказаться от длинные позиции по доллару-канадцу и найти уже, искать уровни для продажи. Канадцу сейчас помогает еще и рост цен на нефть, который, как вы видите, как идея, в принципе, оправдался. И учитывая то, что заседание это сегодня-завтра,
положительная динамика может быть сохранена и дальше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.